Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков продолжает вести личные приемы жителей Одинцовского округа. В связи с распространением коронавирусной инфекции общение проходит в дистанционном формате по телефону и видеосвязи. Так, в рамках последнего приема обсуждалось оказание материальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за коронавируса. Парламентарий проконсультировал по этому вопросу в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья». Напомним, дистанционный прием жителей проводится в рабочие дни с 12 до 15 часов.